Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры. Принцесса инков. Неизвестный мастер. Начало 19 века. Холст масла 45/37. Этот холст – посмертный портрет принцессы инков, заказанный ее потомками. Доказательство своего высокого происхождения. Надпись в левом нижнем углу гласит о том, что на картине первая принцесса инков, принявшая христианство. Когда некий мужчина попытался нарушить обет ее целомудрия, девушка обезглавила его. Сделав это, она повторила подвиг мамы Акио, это первая королева династии инков и богиня плодородия, убившая таким образом врага при завоевании Куско. Этот образ перекликается с ветхозаветной Юдифью, уничтожившей Алаферна. Полотно притягивает в первую очередь насыщенностью красок. Лазурный фон, заполняющий его большую часть, прекрасно дополняется красным и золотистым. Белая фигура героини написана плоскостно и выглядит очень цельно. С изображением слуги справа и монументом слева композиция становится почти геральдической. Этими средствами достигается выразительность, свойственная архаическому доколумбовому искусству, что, несомненно, было важным для потомков принцессы. Вот такое описание к работе неизвестного мастера «Принцесса инков» начала 19 века я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Всего хорошего.